Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич, и сегодня в эфире. 900-летие Спаса Ефросиньевского монастыря. Беларусь встретит важную дату в 2025 году. Подготовка к ее проведению уже началась. Мы сегодня здесь для того, чтобы определиться с теми видами работ, которые необходимо выполнять. ЧП на крупном промышленном предприятии в открытом акционерном обществе «Нафтан». Вечером 28 сентября произошло загорание установки замедленного коксования. Аграрии Беларуси перешли в круглосуточный режим работы, а зимы зерновые в Беларуси посеяли уже на 63% площадей. Перейдем к подробностям. 900-летие Спаса Ефросиньевского монастыря. Эту значимую дату Беларусь встретит в 2025 году. Подготовка к событию уже началась. Первое рабочее совещание провели прямо на территории монастыря. Штаб возглавила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. В числе участников представители заинтересованных служб. Собравшись, определили фронт первоочередных работ и вопросов, которые предстоит решить в ближайшей перспективе. Все подробности у моих коллег. Полоцкий женский Спасо-Ефросиньевский монастырь – древнейший и крупнейший центр белорусского православия. В 2025 году святыня встретит важную дату – свое 900-летие. Подготовка к этому событию будет кропотливая и четкая. Важные организационные вопросы обсуждаются сегодня. Первое собрание со всеми причастными уже состоялось. Возглавила его работу председатель Совета Республики Наталья Качанова. Детальный план подготовки разрабатывается по поручению главы государства. На повестке немаловажно. Важных вопросов, в том числе обновление инфраструктуры. По просьбе Белорусской Православной Церкви государство пошло навстречу, передало ряд зданий в собственность Белорусской Православной Церкви, в частности Полоцкого монастыря. Конечно, это надо все приводить в порядок для того, чтобы использовать по назначению. Но, как предполагается, здесь будет гостиница для размещения паломников, потому что сюда приезжает большое количество людей из разных стран. И, конечно, те условия, которые сегодня здесь есть в монастыре, они не позволяют в полной мере обеспечить комфортное пребывание. Паломников, туристов, тут же и туристы приезжают, не просто паломники, а для того, чтобы обеспечить и создать эти условия, конечно, надо сегодня сделать и провести достаточно много работ, поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы определиться с теми видами работ, которые необходимо выполнять. Важный вопрос – окончания реставрации Спасо-Преображенского храма. Работы на объекте планируют завершить в 2024 году. На сегодня раскрыто порядка 50% фасадов. Продолжаются кровельные работы. При научном сопровождении выверяется каждый шаг. Спасо-Преображенская церковь – уникальный объект по своей исторической значимости, безусловно, и, конечно же, по тем работам, которые необходимо проводить. На этом объекте спешить нельзя ни в коем случае. Мы стараемся, чтобы и качество, и время, они сочетались воедино. Поскольку мы не имеем права сделать что-то не так на этом святом объекте. Уже за круглым столом специалисты очертили первоочередные задачи. Впереди утверждение состава оргкомитета, решение финансовых вопросов. Определены и объекты, которые станут первыми пунктами в графике выполнения работ. Понимаем, что нужна новая трапезная, потому что там, где сегодня питаются сестры, это, конечно, никуда не годно. Учитывая, что и много у нас приходит и сюда паломников, которые тоже надо где питаться. Поэтому первый вопрос, который поставлен, это строительство новой трапезной. Определено уже здесь место, поэтому работаем, будем над проектно-сметной документацией и приступать к строительству. Ну и, конечно, переданный сегодня корпус двухэтажный, где надо делать небольшую гостиничку для паломников. Вот эти два основные объекта, которые требуют самого пристального внимания уже сегодня. По финансированию пока мы только, скажем так, определили штрихами, учитывая, что сегодня планируется и бюджет на следующий год. Но прекрасно понимаем, что в основном, конечно, это внебюджетные средства, это средства спонсоров, это вполне возможно средства и субботников. То есть будем искать все возможные сегодня средства, которые можно использовать, скажем так, для проектирования и строительства. Спасо-Ефросиньевский монастырь основан преподобной Ефросинией Полоцкой. Ее мощи упокоены здесь. На территории монастыря располагается каменная Спасо-Преображенская церковь. В конце 19 века здесь построили Крестовоздвиженский собор. Архитектурный ансамбль внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Александра Качан, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В
возгорания на крупном промышленном предприятии Новополоцка в открытом акционерном обществе «Нафтан». Чрезвычайное происшествие произошло 28 сентября на установке замедленного коксования. Оперативные грамотные действия ответственных были проведены в кратчайшие сроки. В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины внештатной ситуации. С подробностями с места событий Глеб Прокофьев. Вечером 28 сентября на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании на предприятии «Нафтан». Сюда, на установку замедленного коксования, незамедлительно выбыли работники МЧС. Оперативные и слаженные действия спасателей и персонала «Нафтана» позволили избежать тяжких последствий. ЧП случилось во время запуска установки замедленного коксования. В коммуникациях произошла разгерметизация трубопровода и выход дизельного топлива с последующим его факельным горением. 15 единиц пожарной техники и 58 работников МЧС были задействованы на месте происшествия. Уже в 22:07 факельное горение отсутствовало, а через 9 минут ликвидировано и само возгорание. Работниками МЧС были приняты первоочередные меры по охлаждению рядом стоящих установок, а также вышестоящих установок данной секции. Благодаря слаженной работе МЧС совместно с технологическим персоналом ликвидировано было загорание в 22 часа 14 минут. Жертв нет, угрозы жизни персоналу общества и жителям Новополоцка тоже нет. На всех остальных установках общества идет нормальный технологический режим, производится продукция и она отгружается, то есть все штатно. После завершения работы спасателей и обеспечения мер безопасности к работе на месте происшествия приступила следственно-оперативная группа. На установке замедленного коксования проводятся следственные действия с использованием передвижной криминалистической лаборатории. Следователями уже опрошены очевидцы произошедшего. Управлением Следственного комитета по Витебской области проводится доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства. Устанавливаются возможные причины пожара и сумма ущерба, причиненного предприятию. Сейчас готовятся материалы для назначения сложных экспертных исследований. Выводы экспертов помогут ответить на многие вопросы, произошедшие на предприятии «Нафтан». Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Полоцкими пограничниками пресечена попытка вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь. Случай зафиксирован днем 28 сентября на белорусско-литовском участке границы в Браславском районе. Литовские пограничники пытались незаконно выдворить на территорию Беларуси 10 граждан азиатской внешности. При этом вытеснить мигрантов пытались через реку, по которой проходит граница. На белорусско-литовском участке в направлении Браславского района днем 28 сентября была зафиксирована еще одна попытка выдворения нелегальных мигрантов. 10 граждан азиатской внешности пытались выдворить с предельной стороны литовские пограничники. Полоцкими пограничниками с применением авиации, а также наземных сил и средств такая попытка была предотвращена. Следует учесть тот факт, что выдворение происходило на речном участке, и литовских силовиков не остановил тот факт, что на улице холодная погода, очень сыро. Несмотря на этот момент, они все-таки пытались через реку выдворить 10 граждан. Однако свой умысел им не позволили довести до конца полоцкие пограничники. На данный момент обстановка на участке ответственности полоцкого пограничного отряда также остается напряженной. Охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме. Отдельные направления на границе усилены взаимодействующими силами и средствами. Посеять озимы в течение недели – такую задачу аграриям страны поставил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу 24 сентября, когда заслушивал доклад главы Минсельхозпрода Ивана Крупко. Как подчеркнул глава государства, по возможности сев сельскохозяйственных культур должен вестись до позднего вечера, а там, где возможно, и ночью. И эти слова были приняты к сведению. Сегодня в некоторых хозяйствах Витебской области вспашку и подготовку почвы проводят в две смены, как, например, в Миорском и Толочинском районах. Конечно, соблюдением всех нормы и правила организации рабочего времени. За этим следят специальные мониторинговые группы. На данный момент в северном регионе страны засеяно более 52% площадей озимых культур. Активными темпами ведется работа в Полоцком, Витебском и Дубровинском районах. К слову, в нынешнюю осеннюю посевную кампанию в области увеличены площади под озимые зерновые и крестоцветные культуры – сурепицу и рапс. Также отведены поля под озимый ячмень. В целом аграрии области используют каждую погожую минуту, чтобы качественно и в срок завершить посевную кампанию. Параллельно ведется уборка зерновых и зернобобовых. Убрано почти 90% от запланированной площади. Намолочено около 6,5 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту – Минщина.
К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово моим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Оставайтесь с нами. Это новости в форме. С вами Владислав Кирий. Добрый день. В белорусской армии продолжается осенняя призывная кампания. Тысячи молодых людей отправляются к месту прохождения службы. На первом этапе призывники изучат азы военной науки, адаптируются к распорядку дня и военной дисциплине. 20 ноября новое пополнение примет военную присягу. В Гродненской филармонии с концертной программы выступил академический ансамбль песни и танца вооруженных сил. Музыкальный вечер был посвящен Дню Учителя. На торжестве присутствовали педагоги из 50 учреждений дошкольного и среднего образования. Лучших наставников наградили за плодотворный труд и патриотическое воспитание младшего поколения. При проведении полевых работ в районе деревни Краснолуки Чашнинского района обнаружена медаль за отвагу. Поисковики установили ее владельца. Это санитар 48-го полка 17-й стрелковой дивизии Иван Мазаник. В торжественной обстановке ее передали в исторический музей, тем самым увековечив память военнослужащего. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.